Также Нурсултан Назарбаев в преддверии Дня независимости принял в Акорде деятелей культуры, политиков и предпринимателей. Более 30 гостей сегодня удостоились высших наград из рук главы государства. В частности, орденами Парасат, Достык и Данг были награждены первый заместитель председателя партии Нур-Отан Бауржан Байбек, президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утимуратов, глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кажамжаров, а также народный артист республики Асанали Ашимов. Нурсултан Назарбаев пожелал присутствующим из года в год совершенствовать свой профессиональный уровень. Все, кого мы сегодня чествуем, кого я сегодня награждаю, добились широкого уважения в своих коллективах, своим профессиональным мастерством завоевали непререкаемый авторитет. Государственные награды подчеркивают ваш неоценимый вклад. Награждено примерно 1500 человек по Казахстану. Им всем я вручить награды не могу. Вручаю вам, я как бы говорю, что я вручаю всем от моего имени, будут вручать мои представители.